вкусненько. Ой, как вкусненько, мням-нямочки. У мамы Лены тут еще полный подол яиц. Мама с яйцами, видали? Опа. Да, мама с яйцами. Вот так, вот так. Где моя черночка? Где мой классавчик? Да, да. Федюнчик, Федюнчик. Мамин Федюнчик, Федюнчик. И Клава Кока. Клава Кока? Ну, ее просто Клава зовут. Кока, это я уже смеюсь. Надеюсь, Клаве Коке не в обиду. Такую милую девочку назвать, сказать в честь Клавы Кокой. Кокой-кокой. Так, ага. Кто-то тут за шкурками полез. Так, я шкурки собираю, я их сушу, потом перемалываю в кофемолке и делаю вам порошочек кальция. Так, успокоились. Нет, нет. Нет, товарищи, нет. Люля говорит, о, яйца, яйца. У нас дождь идет, ребят, короче. Хотела, пока убрались, пошла печеньки делать. Печенье из печени. В этот раз делаю из печени говядины и печени утки, короче. Две печени в одном. Вот. Также яичко туда добавлено немножко домашнего нашего. Немного, потому что оно и так жидкое. И геркулес. Вот, перемолотый. Такие дела. И пошел дождь, пока все доделала. Сто, сто. Ну на тебе целиком яйцо катай. Катай, катай. Где мой зайка? Клава. Лавочка. Кошки дын-дын-дын по одному перебегают. А Люля спала где-то, причем под дождь попала. Это капец, а не Люля.